Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И не так давно я делал обзор на самую такую, на одну из самых навороченных моделей манежей и кроватки от компании 4Moms. Модель называлась Breeze 5+. Это максимально напичканная версия, которая с пильнальником, там, с вторыми этажами и тому подобное, которая с самого рождения вам заменит и кроватку, и манеж, и все сразу. В данном же случае мы с вами посмотрим на модельку Breeze 5 Go. Это урезанная версия, сама платформа та же самая, только здесь хуже комплектация. И поэтому вот мысль, которую я хочу вот непосредственно донести в этом видео, то что манеж — это не только манеж, это еще классная кроватка для ребенка. Просто в данном случае, в случае Breeze 5 Go, это не с рождения. Потому что можно и с рождения, никто ничего не говорит, но он низковато. Ребенку маленькому очень часто нужно нагинаться, и здесь придется вот это вот страдание делать, это ни к чему. А вот с годика приблизительно вполне себе классно заменит вам кроватку плюс манеж, даже раньше, чем годик. Вот, поэтому очень интересная достаточно вещь — манеж-кроватка. Вы просто докупаете сюда матрасик, и, соответственно, все, кроватка готова, а манеж, он, естественно, сразу и готов. Напомню, что ссылочка внизу на него, на First Buggy, есть вообще на бренд 4Moms. Вот, и там вы увидите точно технические характеристики, которые обладает этот манеж. Кстати, из приятных мелочей, колесики есть на всех четырех колесиках, ножках, и вы сможете спокойно по дому, квартире как-то передвигаться. Вот, давайте я вам сейчас манеж покажу здесь изнутри. Давайте заглянем внутрь. Здесь самое, что важно, все углы, все металлические части, все обито мягкими материалами, подушечками, и ребенок здесь никак не травмируется, от слова совсем. Материал вот этот выдерживает зубки ребенка, и даже если он будет это грызть, он это никак не прогрызет. У меня просто был манеж, в котором дочка вот старшая все это сгрызла. Вот, поэтому вот в плане безопасности все сделано очень достойно, как по мне, соответственно, сам матрасик. И постелили сюда большой мягенький матрасик, в том же детском мире купили, и все хорошо. Так что вот такой он внутри. Вот мы и взглянули на него внутри, поэтому это такой полноценный, полноразмерный, самое главное, манеж, который легко складывается, и его можно взять с собой в отпуск, к родственникам, на дачу, куда угодно. И самое важное — мобильность. Вот это вот очень хорошо. Так, смотрите, чтобы сложить, убираем матрасик. Он же потом идет как каркас в сложенном виде, когда вы его держите. Сейчас нам это не нужно. Вот так. Чтобы его сложить, в большинстве манежей, прежде чем складывать, нужно потянуть и на стеночках манежа какие-то кнопочки нажимать. Здесь же все автоматически сделано. Просто берем, тянем за петельку, и он сам его складывает. Соответственно, окутываем матрасиком и в черный чехол убираем, и спокойно транспортируем его. Очень компактно и мобильно. Чтобы разложить, соответственно, ставим, просто давим вниз. Все, он разложился. Вкладываем матрасик. Вуаля, и все готово. Соответственно, все, что хотел вам рассказать, рассказал. По мне в манежах особо много и не расскажешь. Но идею, я надеюсь, вы поняли мою мысль, что я хотел донести, что на манеже такого вот качества, класса, не стоит смотреть как только на манеж. Это манеж, кроватка. У вас и манеж, и кроватка в одном. Поэтому, если хотите сэкономить, не покупать еще манеж, и деревянные кроватки здоровые, вот, то очень удобный вариант, как обойтись в одном устройстве, два в одном получить. Плюс мобильность, куда-то ездить вам, все с собой свое. Вот, собственно, и все. Если вам это видео понравилось, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И главное, хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор кроватки, манежа для вашего ребенка. И удачи!